Там посреди экрана написано. Ну что, с возвращением под эпичную музыку, с возвращением в пустыни, руины и прочие приключения, которые можно только себе пожелать в рогалике. Добро пожаловать обратно в Пасвей. Мы продолжаем наше путешествие прямо посередине прошлого забега. Поэтому я сейчас нажму кнопку «Продолжить». И я так чуть-чуть попробую вспомнить, на чем мы закончили. Потому что пару дней назад мы играли, и я немножко подзабыл, если честно. Поэтому сейчас мы вспомним. Я еще кое-что хотел сделать, потому что я руина. Я хотел вот это вот сделать вот чуть побольше. Вот это вот, да. Там, где фолловеров показывают. Окей, так. Итак, если вы к нам присоединились первый раз, то Пасвей это XCOM рогалик. Это рогалик с пошаговой боевкой, где нужно прятаться за укрытие, стрелять, там шанс попадания, шанс крита, разные специализации у персонажей. Наша команда Джексон, наш, даже не знаю, как его назвать, но он старается. Джексон старается, он стреляет, никуда не попадает, но все время все портит. Но он смельчак. Еще у него есть кольцо. Его прелесть. Которое дает ему сноровку и ловкость. Вот. Очень хорошо. Наташа. Мега-кибер-доктор. Самый лучший боец в нашей команде. У нее новое пальто ассистента есть. Фиолетовый пистолет крутейший. 37-41 урона, там все статы, сила крита улучшенная и все. И, конечно же, капитан Парейра, мастер ближнего боя, с дробовиком легендарным, с стилетом фиолетовым, пробивает всех в ближнем бою, просто раскатывает. Это у нас все шмотки на продажу здесь, все лишнее. Снайперка есть, но снайпера нет. Вот, так что... И мы продолжили. Оказалось, что здесь забеги больше, чем я думал. Оказывается, что здесь из трех частей будет состоять забег. Ну, давайте так и сделаем. Пойдем из трех частей пройдем миссию. Вторая миссия у нас. Так, а еще я помню, что у нас проблема с горючкой была. Да, 6 топлива, окей. Задача такая, прежде всего раздобыть топливо. Потом все остальное. Топливо в магазине. Деньги есть. На продажу вещи есть. Движем в магазин. Погнали. Здесь будет много сюжетов. А, действие происходит в 30-х годах 20 века. Ох, какая жесть. Римская военная дорога. Между дюнами ветры пустыни обнажили камни старой военной дороги, которая идет параллельно вашему пути. Камни очень древние оказались. Это, вероятно, древнеримская дорога Via Nova Triana, которая соединяла Пальмиру с Тарсусом. О, нормально. И римляне, и арабы, и крестоносцы все ходили по этой дороге. Ну погнали, мы по дороге тоже пройдемся. И чего? Нашли какую-то дорогу. Хорошо римляне делали дороги, до сих пор осталось. Так, оазис, здесь торговец. Это очень хорошо. Новый автомат для Джексона, наконец-то. Невероятно, так. Ну, Джексону точно нужен новый автомат. Продадим ценности. Потом, что, куртку старую продать можно. Я думаю, можно смело вот это все продавать. Это нам уже не нужно. Дробовик тоже продать. Этот набор для ремонта продать. Снайперку я тоже продам, пока мы снайпера не нашли. Окей, смотрим. Точно нужно купить всю горючку. То же самое, наверное, с припасами, я думаю. А, припасы все максимум 10. И посмотрим, что у нас есть. Так, есть для Джексона новый герцог скорострел. 30-41 урон. Урон брони 4. Точность минус 5. Дальность 9 клеток. А у Джексона сейчас... 27-37. Урон 4, дальность 9, точность повыше. Ага. Ну, 30-41. 27-37.
Чё-то я не уверен. Ну, лучше. Не то чтобы намного, а точность поменьше. А есть вот еще автомат. Не синий, а обычный. Но у него ранг больше, уровень 3. И у него урон больше. 34-46. Может быть его взять? Вот у меня какой вопрос. Есть ли тут ставки? А, пока нет. Ну, мы можем взять ставку. Заруинит ли Джексон ивент? Заруинит ли Джексон ивент? Если Джексон заруинит ивент, то выплата будет тем, кто верит в то, что он это сделает. Красная команда, если вы верите в Джексона, в то, что он заруинит, ставьте. Кончится ли топливо? Ты знаешь, мне кажется, что лучше вот этот взять. Урон больше. Точно, что так будет меньше. По-моему, вот этот лучше. Хотя он и обычный. Окей, теперь Джексон держи. Это тебе. Так, и этот мы продаем тогда. Ну и все, весь магазин. Пистолет есть какой-то для Наташи, но у нашей Наташи офигенный пистолет, поэтому даже не стоит плохой ей брать. Ну все, вроде весь магазин. А ивенты могут выпасть в каждый ход. Так, я поеду вот в эту сторону. Может, заедем в интересный ивент? Посмотрим. Топливо надо экономить, то не доедем. Где-то в пустыне. Грунтовая дорога, по которой вы ехали последние несколько часов, наконец-то заканчивается. Медленно и тяжело вы пробираетесь через песчаные дюны. И так хоп, и джип застрял в песке. Ну, тут не сказать, что это Джексон заруинил. Я не могу сказать, что Джексон во всем виноват. Обливаясь потом, вы неустанно работаете, чтобы освободить автомобиль. Удается вывести джип, но... Потеряли ящик с патронами. Я бы обвинил Джексона, но тут не написано, что Джексон заруинил. Окей. Ладно. Не написано, что Джексон потерял. Но кто-то потерял ящик с патронами. Патроны пока проблемой не были. Так что... Пофиг, конечно. Группа солдат окопалась за мешками в укрепленном лагере. О, погнали. Джексон не заруинил. Advantage Planning Phase. Так, у нас преимущество. Tesla Borg. Что? Новые противники. Окей, мы тут полностью идем в Wolfenstein территорию, да? Я понимаю, это Tesla. Немецкие киборги. И два медика второго уровня. Tesla. Да. Что-то новенькое. Ну окей, Джексон, время потестить твой новый автомат. Наталью давай вот сюда спрячем. Ну, возле бочки я никого ставить не буду. Так что... Хотя у нас первый ход на шару, да? Мы получаем, у нас преимущество. Капитан вообще может сейчас подбежать и разрядить медику в морду дробовик. Думаю, это отличная идея. Вот отсюда у капитана 100% точность будет. В принципе, откуда угодно, да? Ну-ка, капитан Феррейра. Нам уже 30 урона. 18-27 урон только. А, броня сильно защищает от... броня сильно защищает от дробовика. Блин. Лучше бы тогда кровотечение сделал, поближе подошел. Ладно, понял. Надо будет добивать, Наталья. Вопросы к вам. Окей. Есть ли у Джексона хороший ход здесь? Так, чтобы
Вот отсюда 100% попадания. А, вот отсюда 100% попадания. Давай, Джексон. Окей. О, стой. А, я думал, Джексон наискосок двоих может ударить, но ему нужно было ближе подходить. Ладно, тогда просто выстрел. 16-28 урон. 40, кританул. Ну ладно, Джексон. Отработал. Давай, Наталья. Закончи начатое. Наталья, новый пистолет круче бьет, чем дробовик у капитана. Наталья морская пехота, она вообще десантник. Ей повязку на голову она будет тащить. Окей, плюс еще один ход. Че, их осталось двое? Гранату бы, но гранаты нет. Так, ну Наталья не достает. Хотя у нее есть спринт. Но спринтом она тоже не достает. Хороший выстрел сделать. Капитан? Как у вас дела? Капитан вообще не достает. Ну давай капитан пускай идет в обход. Через фланг. Туда же с ним Наталья. Перезарядку. А Джексон может, в принципе, с ними поперестреливаться. 66%, да? Только куда его спрятать? Чтобы в него не стреляли. Тут вот укрытие плохое. Там? Чё-то тоже не получается. Не вижу я, куда им, Джексоном заныкаться. Ну, Джексон, а чё у тебя там за скиллы есть? Овервотча у него никого нет. Ну тогда, Джексон, пока давай сюда. И зарядку. И Наталью тоже сюда, на фланг. Перезарядку. Ой, первую помощь надо использовать было. У Натальи появилась же обилка на хил. Опа, пошел Тесла. Че он умеет? Пока непонятно, что умеет. Просто ходит. Да, Наталья, если не стреляет, надо постоянно хилку использовать. Так, капитан, ваш выход. Опа, можно зайти ему в спину. процентов попал. Красава. У него 2 хп. Наталья, ваш выход. Она может спринтом добежать, но я, наверное, использую лечение. А этого чувака мы просто завалим отсюда. Так, Наталья, ну лечи себя. А еще может использовать? Жесть. Капитана на следующий ход тогда похилить можно будет. Неужели этот хил переносится вне боя? Что же, припасы потом на лечение не придется тратить. Это вообще тогда мега шара. Джексон, лови его. Молодец. Легкая победа. Без урона. Имба. И наш лутбокс. Дробовик 3-го ранга. 49-61 урон. Ого. Так, это надо будет посмотреть. Картечник Ванера. Старая зубная щетка, $5. И 2 топлива. Топливо кайф. Так, капитан, а у тебя легендарный дробовик, но он 1-го ранга.
У него урон намного меньше. Урон броне меньше. Точность выше у твоего дробовика, который сейчас у легендарного. Дает еще две живучести. А живучесть — это максимальное ХП. Но урон, чуваки. Как мы нашли щетку в древнегреческих и египетских руинах? Вот это вопрос. Ну, я считаю, что у дробовика урон должен быть максимальным. Точность у нас что падает? На 7%. Но стрелять из дробовика мы все равно хотим вперед. Впритык. По-моему, надо выкидывать легендарный дробовик и брать обычный, только 3-го уровня. Ну да, урон значительно выше. Берем. Держи, капитан. Зона поражения маленькая. А, кстати, да. Зона взрыва малый. А здесь средний. Ага, ульта будет меньше бить по радиусу. Ну, блин. Но урон. Урон больше. Ты хочешь с дробовика ваншотать? Давай попробуем этот. Если не пойдет, возьмем другой. Если я хочу на ивент заехать, мне нужно будет 4 топлива потратить. Вы найдете одинокий пустынный алтарь, спрятанный среди скал. Спасибо. Просто лут. Нефть. Нефть равно топливо. Нашли нефть. Кто ж будет жаловаться на нефть? Приезжайте в заброшенный военный лагерь. Место кажется пустынным. Почему немцы бросили лагерь? Скоро открывается ответ на вопрос. Это была ловушка. Солдаты выскакивают из забочек и палаток. Что ж. Blindsided. Так, а вот здесь в первый ход мы вообще ничего не сможем делать. Точнее, мы можем либо атаковать, по-моему, либо двигаться в первый ход. То и другое нельзя. Тут всего 4 чувака, 2 штурмовика, офицер и медик. Где штурмовики? Один сверху. Офицер. А вот 2 штурмовика. Ну, у нас тут защита, наверное, нормальная, да? Если сразу поставить... А, тут укрытия хорошего нет. За бочкой хорошее укрытие. Я, наверное, за нее прятаться не буду. Давай сюда Джексона поставим. Наталью вот здесь. Капитана подальше туда. Потому что капитан вроде сможет сразу в медика стрелять. Да. 28-40 урона. Вот. С новым дробовиком. Гарантированный килл. И у Джексона новое ружье. 16-28. Вот Джексон килла не делает. Но... Это 100% попадание. А, Джексон делает килл. Я был неправ. Что осталось? Наталья? Ну, ей не достать ни до кого. Раз ей ни до кого не достать. Какой у нее выстрел наносит урона? 37-41. Раз ей ни до кого не достать, то пускай же завершает ход. Почему эта засада у нас первый ход? А у тебя всегда первый ход, но если засада... Если... Ты просто обычный бой. Чего? Окей, офицер дает команду другим своим бойцам атаковать. Я не знаю, как мы не получили урона. Мы должны были получить урон. Ну офицер и козел. Так, капитан. Разберитесь, пожалуйста, тут. С этим офицером. Короче, если у тебя, на тебя нет засады, то... Тогда ты можешь и ходить, и стрелять. Но если засада, тогда ты либо ходишь, либо стреляешь первый ход. Типа как в XCOM. Окей, кровотечение ему, Джексон.
9 урона. Ну, 9, наверное, не нанесет. Кровотечение, поэтому Наталья. С кулака. Командос. Все? Изи бой. Ветхий пистолет Штайнера. Да как у Наташки, только хуже. Припасы не лезут. Топливо всегда рада видеть. Ну что, топливо полное. Погнали в эту вот неизвестную локацию. Так-то до финиша уже вроде недалеко. Написано будет что-то интересное. Вы находите спрятанный в русле реки водопой с растущими у берегов финиковыми пальмами. Фрукты свисают с пальм. Вы решаете сделать привал? Ну давай отдохнем. Просто хилка, что ли? Ну да. Это была хилка просто. Зря ехали. Зря только две горючки потратили. Но финики. Фиников поели. Финики вкусные. Занятый бункер. Что-то не так с тем странным бункером. Вы думаете? По-моему, все в порядке. Просто развешаны головы на стенах и зомби вокруг ходят. Вы осторожно подкрадываетесь ближе. Ваша осторожность была оправдана. Группа культистов чем-то занята у входа в бункер. Один из нас. Один из нас. Один из нас. Чем они заняты? Кричат кар-кар. Силу бафают себе. Зомби. Два зомби. Два культиста. И носитель спор. Так. Окей. Культисты как выглядят? Вот это культисты, наверное. По идее, нам укрытие не нужно против зомбарей. Хотя культисты, может, стреляют. Давай на всякий случай вот так поставимся. По-моему, зомбари далеко ходят, надо осторожнее быть. Капитана вперед. Капитан сейчас с ними поговорит. Я думаю, тут разговор будет коротеньким таким. Типа как-то... Вот так. 40 хп. Кинжал не добьет, надо стрелять. Ривидерчи. Окей, Джексон. Носитель спор, по-моему, взрывается. Вау, зомби спрятался в... Зомби спрятался. Джексон его достанет. А он ходячая бомба, окей. Тогда так. Взорвался? Вроде да, так, там культист. Ну чё, Наташ? Ну я тебя не очень хочу на передовую ставить прямо, но... С другой стороны. Наташа делает хедшоты. Чё-то мы вообще начали всех разрывать. Прям без шансов. Один выстрел, один килл. Для этой игры, наверное, был бы прикольный челлендж попробовать играть одним персонажем. Оу! Культисты кидают коктейли Молотова. Ты поплатишься за это. Наташ, покажи ему. Двойной выстрел. Как она хороша. Окей. Джексон. Джексон, надо помочь добить. Только не промахнись, чувак. Капитан? Капитан не промахнется, да? О! Капитан же есть масс-атака в ближнем бою. А, но она только на одну клетку бьет. Чё-то легкие культисты. Он в меня кинул коктейль Молотова, я думал. Ну все, капец. Так, 9 урона. Так, еще один автомат для Джексона, такой, как у нас уже есть. Припасы. Припасы нужно сразу потратить.
Починить броню Наталье. И сразу можно полечить ХП Наталье. Чтобы припасы можно было забрать. Изношенные фаянсовые бусы за 85 баксов. Порох. Порох дает патроны. Понял. Так, автомат для Джексона такой же. Да. Идентичный натуральному. Поехали дальше. Да, у этого оккультиста в коктейле, видимо, было это пиво. Мартини. Наташа еще глотнула такая. Самбука. Самбуку ж поджигают. Холмы усеяны кустами. Спасибо, понял. Исследуя древний храм, вы обнаружили среди пустынных дюн отряд солдат. Все в шоке. Так, три штурмовика, офицер и медик. Вот здесь у нас будет полноценный первый ход, так что мы можем сразу выставляться вперед без страха, как бы. Джексона сюда, Наталью сюда, капитана сюда. А нет, они получают первый ход, а потом мы получаем полноценный первый. Но они в свой первый ход не могут атаковать. Да-да-да-да-да. Может быть, зря я так выставился в наглую. Ладно. Но у нас здесь теперь полноценный ход. И, по-моему, капитан своим новым дробашом должен валить штурмовиков. Я бы офицера попробовал бы шандарахнуть. Капитан завалит офицера, но он будет прямо в центре событий. Хотя капитану пофиг. Знаешь что, давай сразу вырубать офицера. Капитан, покажи ему. 54-66 урон. Изи. А вот Джексон с Натальей могут разобраться с этим чуваком. У Джексона прям так попадание 100%. У него осталось 3 хп. Наталья, как у тебя? Ага, не очень пока, да? Но Наталья может... Где тут хорошее место? Штурмовик. Штурмовик и медик. Штурмовики это ближний бой. Да, дробовик. Они из дробовиков стреляют. Значит, относительно ближний бой. По идее, если Наталья вот здесь спрячется, у нее все будет в порядке. К тому же это даст ей шанс показать свою кунг-фу. А, Джексон еще может походить. Давай его поближе. Все. Не должны они нас с фланга обойти. Два урона броне капитана. Что-то противники слабые. Когда в XCOM'е в тебя попадают, даже если это твой самый крепкий боец, танк, так сказать, ты такой, блин, фигово. А здесь что-то вообще ноль урона. Ну мы там хорошую броню, конечно, одели нашему капитану, вся фигня. 4.36 урона. Какую сложность ты выбрал? Единственную доступную. Ну, обычную сложность. Но ты не можешь выбрать сложность больше, пока ты миссию не пройдешь. А, блин, вот здесь фигово пробивает. Может, кровотечением его? 17.22 урона. У Джексона ножик уже плохой. Интересно, Наталья через угол может ударить ногой? Кулаком? Может? Из-за угла. И этот. И разнообразие противников маленькое. Я думал, во второй миссии, может, начнут появляться какие-то интересные чуваки. Но тут появились зомбари. И эти...
Зомбари появились, конечно. Какие-то вот эти Тесла чуваки. Что-то ихняя Тесла ничего особо нам не сделала. Что они не сходили. Культисты, да. А где еще один противник? А все. Наш лут. Граната Штайнера. У нас никто гранатами не умеет пользоваться. 120 денег. Патроны. Две горючки. Вот, горючка самая главная. Это можно сразу, кстати, в ценности отправить. И это. И это. Погнали сюда. Какая-то неизвестная локация. Что-то интересное будет. О, торговец. Дай мне интересные шмотки. Ха. И у торговцев чё-то вообще ничего интересного нет. В первой миссии нам, видимо, как-то повезло, что мы торговца нашли, у которого классные пушки продавались. Здесь вообще ничего. Ну, топливо я куплю, все. Топливо хорошая, нужная вещь. А больше нам ничего и не надо. По-моему. Поехали дальше. Ну вот, древний храм. Толпа. Два солдата, два снайпера, штурмовик и две собаки. Узри, собака. Это, наверное, будет повеселее, но... Я сомневаюсь, я думаю, мы их порвем. Так, ну тут такие узкие проходы, но я думаю, мы будем в центре все-таки воевать. Сюда Наталью, Джексона и капитана прямо вперед. Капитан попытается добежать, они не смогут атаковать в первый ход. Вуф-вуф. Так, окей, пёс или штурмовик здесь? Я сразу вижу для капитана интересный ход. Масс уроном их накрыть. У него там радиус выглядит. Окей, бьет. Квадрат перед собой. Наискосок. То есть ему надо вот здесь быть, чтобы попасть по обоим. Туда он стать не может. Если вот здесь. Как там оно расходится после квадрата? В стороны, влево и вправо. Если капитан, если он здесь стоит. Квадрат. О, по-моему, вот так он в обоих попадет. Да. Боньк. Окей, у штурмовика 13 хп. Это может Наталья. Финишер. Финиш хим. Наталья. Брат, там он солдат еще стоит. Так что может спешить не стоит. Джексон. Джексон. Джексону логичнее всего выстрел сделать вот в этого чувака. 4.46. Есть шанс килла. Хорош. Наталья. Вот отсюда может килл сделать, да? Только она будет в плохом укрытии, но... Боньк. Она себя может похилить, если что. Ага, снайпер Overwatch. Я вспомнил, чем снайперы вы... Душнят, в Overwatch залазят. Надо по нему выстрел сделать. А, все кроме Джексона попали.
Фигово. Так, Джексон. Конечно, до него не достанешь, да? Чё, Джексоном надо триггерить этот Overwatch? Как-то вот так. Норм. Вау, у меня есть план. Смотри, Наталья, у Натальи есть абилка двойной выстрел. А может подбежать и сделать двойной выстрел вот здесь, отсюда. Так, хоп. Двойной выстрел. Что там, три урона не хватило. Джексон 66% шанс добить чувака. Промах. Ну, окей, капитан, разберись. Эти сухопутные крысы, говорит, ни на что не способны. Снайперы остались. Сейчас будут душнить вот этой обилкой. А, нет, смотри, стреляют хоть. Хоть не спамят одно и то же. Так. Ты прям стоишь вот так прямо, да? Не, нифига, он как будто за укрытием. Че, снова Джексона посылать? Может Джексон как-то выстрелить так, чтобы сбить его? Не может. Знаешь что, Джексон? Ну тогда беги, как обычно. Будешь танковать. Потанковал. Окей, Наталья. Капитан. О, капитан может разобраться с чуваком наверху. Думаю, это хорошая идея. Боньк. У нас осталась Наталья. 41 урона. Есть шанс нанести из пистолета. Но это максимальный ролл. Кстати, о рулах. Поэтому может пока что спрятаться и полечиться. У нее двойной есть выстрел. Двойной выстрел работает только на два разных противника. Он не то, что в одного может два раза выстрелить. Джексон, иди, Наталья тебя полечит. Как тебе такая идея? Все равно мы тут, по-моему, в порядке. Капитан сейчас поговорит с этим парнем. У капитана нет патронов! Руина. Бей его в рукопашную, капитан. Я заруинил. А, может быть, не заруинил? Наташ, 58% шанс. У Наташи нет хода. Заруинил. Минус вся броня. Окей, капитан, это твой килл. Я руина. Не имею в виду никакой катастрофы. Не то чтобы ранение там перманентное или еще чего. Джексон, по-моему, уровень. Ветхий желез из овчины. О, это бронька для Джексона. Граната на продажу. Трепанный кожаный кошелек. Патроны и горючка. Так, Джексон, держи обновку. Как раз тебе надо было ремонтировать. У тебя левел ап. Что тебе можно прокачать? Живучесть, это хп. Ловкость. Что ловкость дает? А, дальность передвижения. И сноровка. Точность
стрельбы. Точность стрельбы must have. Я думаю, берем ее. Да, кошка, точность стрельбы. Самый точный Джексон будет. Да, кошка, да. Ой, булка пришла, все пришли. О, все пришли. Полная коллекция кошачьих на стриме по XCOM RPG в Древнем Египте. Смотри, а булка такая кошачья вроде... Ой, египетская кошка вполне. Все кнопки нажали. Булка, 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 булка. Что нажала? Кошка. Кошка мне как-то нажала и вызвала календарь Windows. Я даже не знаю, как его найти. Я его ни разу не открывал. Плюшка, привет! Котики. I am Melania. Blade of Mika. Кошки все кнопки нажимали. Хорошие кошки. Черстнатые. Как часто за котиками приходится убирать? Ну, как минимум пару раз в день за каждым. Кошек 7. Получается примерно 14 раз в день. Ну, 7 их, а чего? Зачем столько? Ну, мало ли, вдруг апокалипсис ядерный. Надо же что-то есть будет. Пригодятся. Они друг с другом играют, и не только друг с другом, со всеми играют. В чем сложность игры, если в одном бою умереть сложно? Типа менеджмент ХП? Я пока не знаю. Ну честно, чё-то сложности вообще нет. Первые там, в начале первой миссии было сложно. Но как только мы загрейдили оружку с базовой, то враги начали отлетать только в путь. И вроде как хватает менеджмент ХП, менеджируется вроде не тяжело. Самое сложное — это бензин, да. Припасов хватает. Механика постепенного облегчения. Да я бы не сказал, что постепенного. Я бы сказал, что во второй миссии у нас вообще ноль проблем было. Мега. Мы просто всех уничтожаем. Враги так мало урона наносят. И так много получают. Я не жалуюсь. Деревня. О, подожди, мы уже такое видели. Ивент повторный. Громкий оклик заставляет подскочить. Перейра стоит во дворе. И на земле лежит каменная плита с железным кольцом. Мы уже такой ивент видели. Надо потянуть железное кольцо. О, Джексон потянул. Джексон изо всех сил наваливается на массивную каменную плиту, но она не сдвигается с места. Вдруг раздается громкий треск, и Джексон мучительно стонет и держится за спину. Джексон, ёпер СТ, у тебя была одна работа — не руинить. Ну, Джексон, Джексон, рефлексы минус 2. Теперь у него рефлексы минус 1. Плюс баллы для верующих в руину Джексона. Вы не верили? А он так делает. Ну, Джексон спину взял, потянул. Мишка мальчик или девочка? Мишка.
реальный Мишка. Он Михаил. Майкл. Древний храм. Так, ну древний храм тут просто немцы сидят. Сейчас будем их стрелять. Тумульт. О, какая у нас высадка интересная. 4 чувака. А, тут 2 Тесла Борга и 2 медика. Но мы такую композицию врагов уже видели. Так, ну. Рашить их, наверное, нужно, да? Только непонятно откуда. Ну да, отсюда попробуем. Я думаю, они сейчас тоже будут подходить, вместо того, чтобы убегать. А, медики убегают. Джексон. О, Джексон отсюда может шикарный выстрел получить. Упа. Не просто выстрел. А Джексон может обилку очередью использовать. Та-та-та-та-та-та-та. Молодец, Джексон. Если бы капитан еще массу ударом дробовика добавил, то не получится, не достанет, наверное. Капитан может... Ну, а до одного достает. И Наташа. Наталья. А могла бы спринтом подбежать, зарашить его. И даже сделать двойной выстрел. Так, так. Как она хороша. Наталья просто богиня. Смерти, блин. Вот, видели, он у меня из какого-то бластера выхалил, нанес 2 урона. Тесла Борг. Новый противник, который только в этой миссии появился. Типа, вау, это же Тесла Борг, осторожно. И он такой, пью, 2 урона. Ты такой, ну, прикольно. Ох уж эти Тесла Борги. Да, зачем медики врагам, тоже непонятно. В начале первой миссии вроде как, ну, враги что-то даже лечились теми медиками. Ветхий боевой мундир, тяжелая броня. О, это для капитана. Припасы. Новый монокль, редкая ценность. Апгрейд на капитана. Да, 24 брони. Хорош. Это можно сразу продать. Так, Наташе надо броньку починить. Какие-то ивенты. Здесь можно нанять нового члена команды. Чего? Издалека виднеется громоздкий красочный силуэт, развивающийся на пустынном ветру. Что это? Палатка? Парус? Подойдя ближе, вы понимаете, что это парашют. Рядом с ним на гребне дюны. Устроился Беллами. Когда он замечает, он встает и идет к вам навстречу. Говорит, пустынное солнце плохо для самолета. Двигатель у меня перегрелся. Но, к счастью, я не летаю без парашюта. Умно. Ну, давай наймем его. А, он прямо в бой сразу пойдет с нами? Нифига себе. А что он умеет? Профессор Мортимер Беллами. Американский изобретатель и эксперт по дезинтеграторам. Какие у него навыки? Дезинтегратор, средняя броня. Эйрим комплекты. Инженер-автолюбитель. Находит больше топлива. Ну, он может бить. Мы можем ему дезинтегратор выдать. У нас такого нет еще. У нас был один, я его продал, к сожалению. Не думал, что пригодится. Надо второго посмотреть персонажа.
Хотя я все попродавал. Я все вещи продал. Я не знал, что тут можно нанимать. Не, профессор. Сейчас мы пойдем, там он еще кто-то есть. Повеселее нам, кого-то надо. В тени пальмовой рощи вы подкрадываетесь к лагерю противников. Заглянув через кусты, вы видите обширный, по-видимому, заброшенный археологический комплекс. Ну еще там охранники есть. Ну давай исследуем лагерь. Как раз в тот момент, когда вы собираетесь обсудить, что делать дальше, вы слышите щелчок позади себя. О, нет. Мы попали. У отряда немецких солдат есть пленный. Офицер стоит в стороне. Стоит быть всегда настороже, говорит. О! Есть опция взять офицера в заложники. Как по волшебству, Джексон внезапно оказывается рядом с вражеским офицером. Мгновение спустя он хватает его и использует как живой щит. В свободной руке мелькает клинок. Я бы назвал эту ситуацию, говорит Джексон, классической патовой. Как насчет такого? Вы, парни, бросаете оружие и делаете 3 шага назад. Смотри. Офицер говорит: делайте так, как он сказал. О, надо попытаться освободить заключенного. Может быть, Джексон все-таки не руина? Мы также хотели бы забрать пленника. Как вы думаете, вы сможете это разрешить? Офицер говорит: полагаю, что да. Мы берем пленника и уходим. Нифига себе. Джексон даже не заруинил. Как так? И залутал с офицера мягкий собачий бисквит. 2 пары перчаток и 2 канистры топлива. Вы освобождаете пленника от оков, и он радостно пожимает ваши руки. Спасибо вам от всего сердца. Без вас все могло бы вернуться скверно. Похоже, вам не помешала бы помощь. Возможно, у вас есть место для еще одного пассажира. Барон. Барон фон Б. Немецкий джентльмен-самозванец. Способный снайпер, находит больше денег. Ох. Снайпер. Блин, а я только снайперку выбросил. Ну, снайпер нам нужен. Снайпер нам нужен. Он ловкач и жадный. Давай, добро пожаловать на борт. Снайпер-барон. Так. Ну опять у нас тут зомбари, что ли? Да, зомбари с культистами. Впервые в истории Джексон не заруинил. Три зомбаря, 2 культиста и 2 носителя спор, которые взрываются. Ну тут, по идее, мы просто все выставляемся вперед. Ну что, барон? Что вы умеете? Снайперка у него, конечно, трэш. 8. 19, 21 урон? А, но у него есть засада. Блин, вот это крутая вещь. Калечащий выстрел. Калечащая атака заставляет противника потерять 75% скорости на 2 хода. Угу. Хотя против зомбарей, казалось бы, снайпер должен быть хорош. Ну, давай его отведем вот так назад. Засада, правда, храбрость требует. Да, что-то я не уверен. Он даже зомбаря снять не может с одного выстрела. Ладно, капитан, разберись пока. Так, капитан, как у тебя еще раз масса урон работает? По-моему, отсюда капитан обоих заденет. Нет, не заденет. Вот отсюда он обоих заденет. Да. Красава.
За ачивку еще опыт дают. А, внизу один. Два внизу. Так, ладно. Джексон, ты иди, короче, сюда туда разбирайся. Куда бы тебя тут поставить так? А Наталья пойдет вниз. Снайперу помогать, видимо. Полечить тебе 2 хп. Давай поставим прицеливание вниз у снайпера. Воу! Коктейль Молотова на 2 урона. Окей, 9 урона по броне. Не совсем, может, 2 прям. Какого у нас 40 здоровья? Крепкие нынче культисты пошли. Так, ладно. Окей, Джексон, что тут у тебя? О, бочка. Надо было очередью, чтобы и в него, и в бочку попасть. Ну что ж ты. Руина. Окей, так, ножом сюда. Я не знаю, какой в этом рогале забег равен 24 часа. Мы играем вторую миссию, и первую миссию мы прошли за один стрим. Это не тот рогалик, в котором забег 24 часа. Носитель спор, к нему лучше не подходить. Эй, снайпер, ты пока какой-то бесполезный. Товарищ барон, давайте как-то получше. Попробую его прицеливание ему поставить, что ли. Может, он попадет просто. Попал. Молодец. Теперь Наталья может спринтануть сюда. И... А все, что ли? Если снять культистов, то зомбари больше не опасны. Вот оно что. Пистолет. Нам нужна снайперка. Эх. Вот последняя миссия. Последняя точка этой локации. В общем, импровизированный немецкий лагерь тут. Мы одного сразу сняли. Профессионально, естественно. Джексон его связал. Так, и мы можем атаковать базу, допросить мужчину, а можно объехать лагерь по широкой дуге. Ну давай попробуем допросить его. Говорит, нам приказали установить здесь радиостанцию. Пожалуйста, не бейте меня, я всего лишь радист, говорит. Ладно. Давай попробуем объехать лагерь по широкой дуге. Там какой-то ивент будет. А, мы просто бой скипнули? Ну, ёпер-эсэте. Мы скипнули босс-файт в локации. Ну и зачем? Там было написано, типа, ивент может иметь разные... исход разный. Я не думал, что это просто скип боя. Извините. Руина.
ruin. Как в пустыне, это без руин. Вы с облегчением вздыхаете, когда сирийская пустыня остается позади. Перед вами возвышаются внушающие благоговение горы Армянского Нагорья. Легенда гласит, что Ной высадился здесь со своим ковчегом, когда воды Великого Потопа отступили. Хорошо. Будем как Ной высаживаться здесь. Фулл хилка. Так, и где наша цель? Справа. И вижу, очень мало смысла ехать вот так в обход через всю карту налево. Там, конечно, будет магазин. В прошлом магазине все, что мы нашли, это три горючки. Что туда доехать нужно 20 ходов. Поэтому давай лучше вот сюда направо поедем. Топливо 6. Надеюсь, пополним. Когда вы... Впереди вы видите несколько канистр в тени полы пальм. Рядом с ними стоит джип вермахта, в котором дремлет солдат. Опа. У меня в руках граната, говорит. Ни шагу ближе, или я всех взорву. О, ну мы можем убедить его. Барон такой говорит: подумай, парень, эти несколько канистр, действительно ли они того стоят? Как насчет того, чтобы разделить их 50 на 50? Хо-хо! Нормально. Все, стырили канистры. А вот и горючка. Убедить солдата взорвать гранату. Ну не Джексон договаривался, поэтому все нормально. Так. Ничего интересного, палатка какая-то. Поехали дальше. Сидяновый блок. Недалеко от тропинки из песка вырисовывается черный предмет неправильной формы. Похоже, это огромный обсидиановый блок природного происхождения. Ага. Ну и как он здесь оказался? А, вулкан, наверное, выбросил. А, нам стоит вулкан Сюбхан. Армянский. Мне кажется, ты несправедлив к Джексону. А он, конечно. О, опять этот самбари. Лава монолиту. Два зараженных, два культиста и носитель спор. У них тут уровни апнулись, смотри. Так. А, ну в этот раз культисты сзади, не получится их быстро снести. Ну давай всех вот так в рядок подальше. Не буду торопиться. Мало ли что. Может быть, снайпер сможет культистов снять? Типа он же снайпер. А, ну как он мало урона наносит? Носитель спор 3. 44 хп. Так, ну, капитан может сразу ему дать 100% попадание. Молодец, капитан. Джексон. Как тут у нас? 71%. Зомбарь что, заныкался, что ли, в укрытие? Ну, блин, зомбари умные стали в последнее время. Снайпер, а у тебя... 60%. Еще хуже. Ну давай, стреляй. Что-то снайпер какая-то руина. Барон? Вы сегодня руините, я смотрю. Подходить смысла нет. Это же зомби.
И, как обычно, все должна Наташа заканчивать. А мы Джексону броню не починили. Что-то я натупил. А, подожди, у Натали есть приманка, которая приманивает зомбарей. Ну-ка попробуем. Мясо бросила. Ешь мясо, зомби. Культист, ешь мясо. Капитан может здесь снять зомбаря, но я бы лучше культиста снял, попробовал. Давай посмотрим, упадет ли снайпер куда-нибудь. 60%. Не попал. Ну, как обычно. А, я ход скипнул. Это, блин, ход, кнопка завершения хода. Руина. Ну вот, наверное, вот теперь я, когда ход скипнул, теперь бой стал сложнее. Наталья вон кучу урона получила. Окей, Наталья, лечись. Вот теперь уже игра заиграла новыми красками. Окей, капитан, разберись. И давай вперед. Нам нужно рашить культистов. Подожди, он взорвался, еще всех покоцал. Ой, нет. Чё? Один хп. Блин. 52 хп у этого. Чё-то жёстко. Так, Наталья спринт не может сделать. Снайпер, от тебя толк будет сегодня? Снайпера 60% шанс попадания в любой ситуации. Попробуй добить. Он не попадает. Это самый косой снайпер в истории. Я опять скипнул ход Натальи. Скипание ходов успешно помогает увеличить сложность игры. Вполне получается. Давай не будем так просто делать больше, окей? Капитан, разберешься? Говорит, разберусь. Просто я все время думаю, что это кнопка закончить ход персонажа. Типа, походил персонажем и все. Может, Джексон снайперу проклятие передал. О, тяжелая броня, еще одна. Нефть, это горючка. И сморщенная голова за $50. Какая хорошая голова. Наташи левел ап. Так. Барон носит какую броню? Легкую. Ну, поставим новую броньку. Полную, целую. Для капитана. Эту можно будет продать. Так, что еще нам нужно? А, у Наташи уровень. Специальность... Специализация на аптечках есть. Увеличивать дальность аптечек. Можно дальность пистолета или дальность дезинтегратора. Но аптечки в бою, по-моему, я ни разу не использовал. Давай мне дальность пистолета для Натахи. Будет снайперить с пистолета. Так, по-любому Наташе надо починить броньку. И Джексону починить броньку. Все. Руина была на этот окончена пока что. Горная река. Деревянный мост. Через журчащий горный поток выглядит очень ненадежным. Но если немцы смогли его преодолеть, наверняка и вы сможете. Мост скрипит, угрожающе раскачивается. Когда вы доходите до середины, он провисает. С бешено стучащимся сердцем вы достигаете другой стороны без проблем. Хорошо.
Во, кочевник продает боеприпасы. Я не знаю, давай мне боеприпасы, все равно деньги пока девать некуда. Я бы лучше покупал бы топливо каждый ход. Еще укрепленный лагерь. А будет, когда пройдем забег, игру пройдем с нормальной сложностью? Че, перепроходить каждую миссию, что ли, два раза? С повышенной сложностью? Я сомневаюсь, что сложность добавит что-то, кроме хп и урон врагам. Мы, конечно, почитаем, но... Я что-то думаю, вряд ли он добавит. Что-то немцы от Египта до Турции хозяйничают как у себя дома. Да вообще борзели. Надо разобраться. Что за фигня-то? Джексон. Наталья сюда. Капитан сюда. Снайпер, может быть, в этом бою будет что-то делать. Так, что у них? Два медика. Тесла. Пять Тесла, солдаты. Илон? Что ты опять тут устроил, Илон? 21-33 урон у Джексона. Ох, хедшот. А Джексон подозрительно мало руинит. Что-то здесь не так. Так, ну капитан, по-моему, должен снять этого. Медика. Да. Окей, Джексон, ты уже выстрелил. Стой. Снайпер. Нормального выстрела нет. Окей, давай твою засаду используем. Вот сейчас она должна сработать. Наташей. Ну, хорошего укрытия для нее нет. Хотя этот чувак не дойдет до фланга ей. Давай Наташу сюда. Промахнулась? Как так? Сейчас этот чувак должен побежать наверх. На него... Он не побежал. Снайпер ничего не сделал. О мой бог. Он попал в Наташу. Я хочу отдать ему должное. Он снял ей всю броню. Ну что ж. Считай, что ты довыделывался. О, капитан не может дойти до него. Окей. Тот чувак еще обходит с фланга. У снайпера стабильно 60% попадания. Ну что ж. Надо попробовать еще раз засаду использовать. Урон 0. Понятно. Снайпер бесполезен. Что-то я натупил. Капитана сильно далеко увел. Надо было его ближе, надо было ставить. Эх. Попробуем еще раз засаду. И Наташе я отбегу назад сейчас. Куда-нибудь вот сюда в укрытие. Надо было нанимать первого чувака. Реально. Надо было. Так, Джексон. Ты хоть где-то сможешь в него попасть? 71%.
Давай так. Перезаряжайся, капитан. Ставку на попадание снайпера. Попадет ли снайпер хоть раз до конца миссии? О, я вижу, ты стал у бочки, мой друг. Хороший выбор. Я бы сказал, отличный выбор. Ну все, капитан будет рашить. Давай. Так, удар с кровотечением, 25-31 урона. 26, у него осталось 7 хп, кровотечение добивает. Снайпер. Мистер Снайпер. Здесь никак достать не может. Он может использовать... прицеливание. Джексон, у тебя там все хорошо? Ну-ка, Джексон, покажи ему. Уничтожен. Как тебе идея скипать каждый третий ход, а то слишком легко? Ну, можешь попробовать поиграть так. Звучит как дурацкая идея. Я имею в виду. Скипать каждый третий ход, когда ты в первый раз играешь в игру, ну это наглость. Это вот ты такой играешь, скипаешь каждый третий ход. Скипаешь ход и такой проигрываешь. И ты такой, ну я проиграл только потому, что я скипнул ход. Только поэтому. И все. Я думаю, это плохая идея. Скипать ход после того, как походил одним персом. Точно. Ты играешь одним персонажем. А враги сразу, вот сколько у них на столе есть. Чё-то не очень. Будет ли Cave Blazers в ближайшей перспективе? Думаю, шансы есть. Что за покемон? Новый пистолет Гернсбера Окфилда. Редкий дезинтегратор третьего уровня. 35-39 урон. Урон по броне 14. Дальность 7 клеток. Шанс крита 15%. О, мой бог. Патроны, корючка. Это оружие для Наташи. Она умеет работать с дезинтегратором. И у него урон меньше, чем у револьвера. Как? Он хуже, чем револьвер. Подожди, она может два оружия взять? Не может. Окей, у него критический шанс больше. Урон по броне намного больше. Дальность такая же, но урон меньше. Точность сильно меньше, да. У нашего плюс 8, а у этого минус 15. Дезинтегратор должен броню сносить на ура. Мы можем вот взять его против брони, да? Он не перезаряжается? По-моему, я этот револьвер ни разу не перезаряжал. В нем 7 выстрелов. Почему в револьвере больше выстрелов, чем в автомате, я не знаю. Ну давай позатестим его. Говорит, не смешно. Ты чё, Наташ? Классная пушка. Чё, ей не нравится?
Наталья недовольна. Говорит, фигню подсунули. Давай затестим дезинтегратор. Что? Водопой. Из скал поднимается странный столб пара. Когда вы приближаетесь, вы видите, что исходит из бассейна с водой среди скал. На краю бассейна лежит безжизненный немецкий солдат. Я бы не сказал, что это вода. За облаками пара вы видите очертания входа в храм, который, кажется, ведет еще глубже в скалы. Единственный способ добраться — прямо через дымящийся бассейн с водой. Я имею в виду, что может пойти не так? Джексон, иди проверь, что там в храме. Нет, капитан пошел. Вода приятно теплая, она доходит до бедер. Пар имеет сернистый запах. Вы прошли треть пути, когда заметили маленькие пузырьки, поднимающиеся из скрытых щелей. Продолжить двигаться в том же темпе или поспешить ко входу в храм? Отбросить страх. Быстрее, быстрее, быстрее! О, он перебежал! Охваченный паникой, вы бросаетесь на противоположный берег. Перейра спотыкается и царапает колено об острые камни. Но! Через несколько секунд в небо взлетает шлейф кипящей воды. Перейра минус 12 здоровья. Храм перед вами состоит из одной комнаты с алтарем. Лутай. Шкатулка за 145 баксов. Чашка. И горючка. Все. Это и все. О, барон левел апнул. Так, барон, где у тебя точность? Навыки. Скрыться. Персонаж исчезает из вида и становится невидимым для противника в течение следующего хода. Понятно. Сам никого не видит, слепой. И заодно его никто не будет видеть. Концентрация восстанавливает очки храбрости. Окей, я возьму эту восстановление очков храбрости. Может, хоть какой-то толк будет от него. Так, ферма. Ферма с солдатами. Ну, открыть огонь, чё. Не скипать же их. Правильно. Первое, что нужно проверить, есть ли на крыше козлы. Да, козлы на крышах имеются. Деревня настоящая. Два солдата штурм и два штурмовика. Понял. Звучит как изи. Просто всех выставляем, выносим за 1-2 хода. А, у нас еще есть засада. Ну, ё-моё. Так. Джексон, Джексон, Джексон. Подожди. Капитан, есть ли у вас хороший масс урон? Так, квадрат наискосок. То есть он стоит, например, здесь. Здесь стоит квадратный скосок. Должен, по идее, с вот этой клетки попасть по всем. По двоим. Да. Боньк. Воу. Окей, я был неправ. Надо было сначала пробить броню Наташкой. А я Наташей броню не починил. О, блин, руинища. Ошибки были сделаны. Но они в первый ход точно не смогут атаковать. И шанс 100% попадания. Наташ, а ну дезинтегрируй его. Ну, броню она ему дезинтегрировала. Молодец. Так, их четверо. Наташ, заныкайся куда-нибудь. Чё-то я сделал ошибку, я тебе броню не починил. Джексон.
Мистер Джексон. У Джексон хотелось бы, чтобы решил вопрос с вот этим солдатом. Нет, с тем снайпер разберется. Или с этим. Снайпер. 15, 20, 7, 9 урона. Он может добить его. Попадание 100%. Неужели от снайпера есть толк? Ауфидер Зейн говорит. Ничего себе. Ну все, они сейчас, по идее, не полный ход получают. Просто побегают. Я был неправ. Я думал, у них не будет полного хода. Ну, к счастью, наш капитан танкует 3 выстрела подряд. Вообще ноль проблем. Ему вообще все пофиг. Потом он достает нож и делает в стиле Терминатора атаку. I'll be back. Дедкейр, здорово. Чуть-чуть урона для ваншотов не хватает. О, смотри, какая точность фиговая с дезинтегратором. 35%. Интересно, энерголуч. Оу, если Наташа станет сюда, она сможет энерголучом прошить? О! Блин, а урона-то мало. Окей. Так, чё-то я тут увлекся, подождите. У меня ходы-то кончились, а 2 солдата остались. Я развлекался вместо того, чтобы... Ох, руина. Так, барон, ты должен попасть, чувак. Он не может попадать. Так, капитан... Знаешь что, поставим капитана, пускай танкует. Окей, я заруинил этот ход. Видимо, я нам сложность увеличил. Вручную. Окей, давайте просто добьем их и все. Джексон, забирай килл. Йой. Франц фон Г, кликуха Г. Окей. 2 топлива. Так, я оставлю Наташе обратно револьвер. Уж очень этот косая фигня. Этот дезинтегратор. Окей, починить броню. Наталья. Починить броню. Капитан. Все? Все готовы? Может, капитана было бы еще похилить? О-о-о, у капитана левел ап. Живучесть, ловкость и воля. А воля что делает? Очки храбрости дает. А ловкость это передвижение? Да, капитану нужна дальность передвижения. Поехали. Франц фон Г. О, ящики. В заброшенном немецком лагере. О, как повезло. Что может пойти не так? Открывай, Джексон. Реально. Джексон даже не взорвался. А чё ты, Джексон? Реально нашел припасы. Фу, а то тут целый лутбокс. Легкая броня, это снайперу пойдет. Оу, ветхий боло. Мачете бронебойный. Кровотечение навешивает. Нормально. Так.
боеприпасы, горючка, всегда рада видеть. Так, 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 стоять. Снайпер. Легкая куртка, держи, новая. Наталья уже есть. Мачете. Ну, можно снайперу дать, но он же снайпер, блин. Давай Джексону мачете. О, урон хороший. Да. Ну, лучше, чем то, что есть. Кольцо спасает Джексона. Ха-ха. Ну да, кольцо же спасает своего хозяина, пока ему это нужно. Опа, магазин с нормальными вещами. Нифига себе. С эпической броней тяжелой для капитана. Так. Здесь 24 прочность. У брони, кстати, только вот у эпической есть эффект живучесть плюс один. Ну, лучше, чем то, что у него сейчас. Денег и вроде есть, надо брать. Магазин брони. Вот средняя еще есть на 17 защиты, а у Джексона средняя на 16. Не буду менять. Капитан, это тебе. Мусор, говорит. Ты оборзел, капитан? А физически лучше. Уровень брони на что-то влияет? По-моему, нет. По-моему, у брони единственный стат — это, собственно, броня, количество брони. Я, в всяком случае, не видел, чтобы где-то говорилось обратное. Вот у фиолетовой брони вот есть живучесть плюс один. Выглядит не так круто. Окей, это продать. Мне, короче, не понравился этот. Но я его оставлю на всякий случай. Горючку на все деньги до максимума. Припасы тоже. Все. Весь наш магазин. Ну, теперь горючки-то дофига. Ну, хотя до конца миссии два хода. Поэтому... Так, храм посереди пустыни. Старинное здание. Ага. Все там разрушенное, и тут подходит отряд солдат. Надо устроить засаду на них. Я так думаю. Вот теперь у нас первый ход на шару будет, а? Да, окей. Два штурмовика, офицер-медик. Стандарт. Офицер в углу. Медик заныкался. Ну, штурмовиков быстро надо зарашить и все. А больше драться некому. Джексон. Джексона прям сразу по ним 100% попадание. Ну давай. Боньк. Капитан вот сейчас может зарашить, кстати, в рукопашную, чтобы не тупить с дробовиком. Может быть, снайпер пускай поработает. Снайпер, как обычно, руинища. Короче, капитан, иди в рукопашку. Сейчас разберемся. Куда ни плюнь, храмы в шаговой доступности, так сказать. Сплошные храмы. Реально. Хотя, ты знаешь, я в Египте не был. Может, там так и есть. Мы сейчас в Армении. В Армении я тоже не был. Чат, есть армяне в чате? Кто подтвердит? Или опровергнет? Храмы на каждом углу или через один? А, пробил бы из дробовика. Можно было не подходить. Джексон уже стрелял. Джексона вперед. Натали. Ох, Натали может заснайперить. Боньк.
собственно, снайпер. Мистер Снайпер. О мой бог, 4-6 урон. Ну как так? Не снайпер, это руинища. Как можно быть таким бесполезным? Вот теперь мы ход получаем. Дополнительно еще. Джексон, покажи этому снайперу. Подожди, стой. Капитан у нас... толком ни до кого не достанет, да? Лучше, наверное, капитаном подбежать сюда. А Джексоном по офицеру стрелять. И как этот офицер в укрытии? Как он в укрытии от, с этой стороны? Промах. Снайпер? Может, ты сегодня будешь попадать? Нет. Попадания не существует. Окей, Наталья, разберитесь, пожалуйста. Надо было полечить, да? Может быть, у снайпера, да, этот, пневматика? Нарябчика, мелкашка. Наташ, поговори с этим медиком. Покажи ему, кто здесь доктор. О, кто-то подошел на уровень капитана. Что там в хранями? Еще одна. А, подожди, это легкая броня. Но у нас такая есть все равно. Второй. Редкая 14. Ну, нет смысла не ставить, да? Так. Что еще? У нас еще не финалка. Напали прямо в деревню. У них там танк вроде был. У них танк только на картинке. Два штурмовика, офицер-медик. А, вон танк. Интересно, они на нем ездить будут? Надеюсь, что да. Может, хоть повеселей будет. Окей, Джексон, давай сюда. Наталью. Здесь капитана вперед, но не так, чтобы сильно в наглую. Хотя, знаешь, что в наглую? Капитан все танчит. Ну и снайпер. Это панзер третий. Я давно играл в танки. Ну, я только не в World of Warcraft, я в War Thunder играл. Кстати, за немецкие танки играл. Что-то танки мне немецкие больше нравились. А, нет, подожди. Я играл за немецкие самолеты. Да, самолеты у меня были немецкие, а танки русские. Да. Я потом немецкие танки качал, но не докачал. Самолеты немецкие прикольные были. У них интересная тактика боя была. Нужно было взлетать выше противника, на него пикировать, стрелять и убегать. Опять вверх улетать. Но потом это все стало неважно, потому что этот... реалистичные режимы все выпилили из игры, поэтому все стало одинаковое. Главное, у кого больше ружье. Собака. Вечер добрый, варлок. Привет, некроман. Я все-таки собрался с силами за последние 3 твоё часа здоровье. Дня. Поел и приперся на стрим. 3 часа дня? Наелся сегодня крыжовников добавок. Большой, вкусный. Чё-то я в последнее время какой-то пассивный. Погода, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Дождь пошел, сильный гром и молния. Круто. Спасибо за 100 битцев.
Добро пожаловать. Слушай, а последние 3 дня у меня то же самое. Я тут, короче, приболел с ногой. Вчера вообще не стримил. В понедельник мы стримили часа 3. Так что ты ничего не пропустил? Приятного аппетита. Чату тоже крыжовника выдай. А то мы тут Resident Sleep'ем немножко в игре. Которая игра-то хорошая, только, блин, чё-то сложности у нее точка нет вообще. Мы тут уже все такие... Сейчас крыжовничком бы подзарядиться, ух. Вообще кайф был бы. Я вон что начинаю делать уже. Вместо того, чтобы тактически играть, рашу. Я забыл, у них же броня. А, ничего страшного, у нас же есть Джексон. Броня не помеха, когда у тебя есть Джексон. Джексон? Вперед. В Ярославле тоже жарища, просто жесть. Дабл килл. Открыли Леонору. О, снайпер. Может, он попадет сегодня? Что будет, если снайпер попадет? Мы откроем бутылку лучшего немецкого шампанского. Нет, в тем трезвость. Никакого шампанского. Капец. Зато Наташа попадает каждый ход, блин. И все пофиг. Но в Ярославле тоже жарище сейчас, жесть. Просто жесть, как жарко. Так, капитан, вы идете в рукопашную. Пусть. На 30 урона. Наталья. У вас ответственная миссия. Дать подзатыльник немецкому офицеру. Джексон. Let's finish this. Оу, новый охотничий нож. Я, кстати, недавно притчу прочитал классную. Она меня очень вдохновила и порадовала. Хочешь, расскажу? Давай. Может, порадуешься, взбодришься. Некромант со стажем. Спасибо большое за 100 битцев. Давай притчу. Мы тут как раз пока готовимся к финальному бою. Так что притчу просто с удовольствием. Так, сейчас я припасы заберу. Окей, кому нож? Этот нож лучше, чем тот, что у Перейры? Да. Окей, Перейры самый лучший нож. Джексону вот этот, оборону мачете тогда. Все. Ну, Google Lady. Притчу читай нам. Я перезагружу. Чего ты не читаешь, Google Lady? Алло. Она сломалась. Я пробую повторить оповещение. Не получается. Сломалась. Окей, некромант, я прочитаю сам. Человек пришел в храм. Он забыл выключить телефон, который во время молитвы зазвонил. Священник отчитал его. Быстрее читать. Люди, которые молились, ругали его. Всю дорогу жена ругала. На его лице можно было увидеть стыд, растерянность и унижение. Как на лице Google Lady, которая не хочет нам читать. Значит, будем сами читать. После этого случая этого человека никогда больше не видели в храме. И в этот же вечер он пошел в бар.
Он нервничал, и руки у него дрожали. А он разлил свой напиток на стол. Официант извинился и дал ему салфетку, чтобы вытереться. Уборщик вытер пол. Управляющая бара предложила другой напиток за счет заведения. И сказала: не беспокойтесь, все делают ошибки. И с этого дня он ходил в бар каждый вечер. Сервис — лицо компании. Так оно так и... Конечно, все ходят в бар, а не в церковь. Там тебя ругают и говорят: чё, грешишь, козёл? А в этом... А в баре тебе наливают, еще и хвалят: о, молодец, грешишь, козел. О, козел. Жизненная притча. Жизненная. Хорошо, очень. Окей, ты меня порадовал. Некромант порадовал хорошей притчей. О, кайф. На этой чудесной ноте давайте закончим миссию. А, ну я не знаю, мы прогноз делать на босса я не вижу смысла. Если мы сейчас увидим, что здесь какой-нибудь босс, типа супер-мега-немец 5000 или что-то такое, я нам включу ставки. Но если это обычный бой, то... Гора Рарат. Подножье могучей горы. Вы наконец находите машины нацистской экспедиции, припаркованные у старого входа в шахту. Вы достигли цели. Вы паркуете свой автомобиль за скалой и осторожно подкрадываетесь ближе, держа оружие наготове. Но никого не встречаете. Угу. После долгого пути по огромной шахте вы слышите голоса. И там, короче, за ящиками куча солдат. Громкие крики, и отряд солдат вбегает в соседнюю комнату. И там, в соседней комнате... Сзади к нам подходят солдаты, и, короче, нас обнаружили опять. Никогда такого не было, и вот опять. Патруль проводит к вас каменную камеру. Солдаты и старший офицер стоят вокруг огромного раскидистого устройства. Раскидистое устройство, как раскидистый клен. Колонел фон Орцен. Восхитительно, говорит, я обожаю гостей. Пожалуйста, подходите ближе. Видите ли, в этом и заключается проблема этих старых мифов. Никогда не знаете, чего ожидать. Божий гнев. Предположительно, артефакт несказанной силы. Смертоносной силы, если вы меня понимаете. Уверен, вы понимаете, что я не хочу рисковать жизнями своих людей. Возможно, вы сможете мне помочь. Офицер поощрительно кивает вам. Вы оглядываетесь и видите несколько винтовок, направленных в вас. У нас нет выбора. И, типа, он говорит, мне на кнопку нажимать. Вы подходите к странному объекту. Он усыпан магическими приспособлениями. Среди них вы видите причудливый, но устрашающе выглядящий предмет. Это мифический божий гнев? Что произойдет, если вы поднимете его? Барон пожимает плечами и берет артефакт. Так, барон, блин! Чего, босс файт? Демон. Это инопланетная фигня. F барон. Барон получил силу бога смерти. Среди испуганных криков удивленных солдат вы слышите, как барон плачет от боли. Божий гнев пылает красным цветом в его руках. Быстрым движением барон отбрасывает оружие в сторону. Это был... Настеж фантастиш. Жечь немцев. Это была волшебная палочка. Луна, дай мне силу. Это была просто волшебная палочка. Два Теслаборга, два снайпера, два штурмовика и офицер. Нет боссфайта, ребят. Просто толпа солдат. Ну и мы типа
В окружении, конечно, но... Чё-то я не думаю, что у нас будут проблемы. Может, у барона появилась абилка какая-нибудь интересная? Пиромант там или что-то такое. Так, ну офицера бы снять первым, а он вот как раз слева. А, наверное, попробую его зарашить. Так, вот эта штука укрытием, между прочим, не является. Надо быть осторожней. Вот эта стена тоже почему-то укрытием не является. Ладно, Наташ, тогда ты здесь сиди. Капитана мы поставим, будет рашить. Ну и снайпера, я даже не знаю, куда его. Не лучшее для снайпера место, да? Ну давай, давай вот сюда его поставим. Ну тут эти Тесла чуваки, конечно, третьего уровня. Посмотрим. Ну, офицер далеко не смылся. Думаю, этот коридорчик нужно рашить. Капитан. Да, капитан знает, что делать. Он тут сейчас может отловить снайпера и офицера. Воу, двоих задевает? Промахнулся. По снайперу попал в офицера. На 100% выстрел, конечно, я могу подбежать этим. Я могу на 100% выстрел подбежать Джексоном. А, наверное, этого стоит, чтобы точно промаха не было. Ну и чего я подбежал? Бежал на 100% и не туда встал. Ну, молодец. Попал. Хорошо. Руина не полная. Окей. Рад Наталья со снайпером тут придется отбиваться жестко, но... Знаешь что? Мишка пришел. 58% попадания. Наталья может отойти назад. Что ты там нажал? О, Мишка! Мишка нажимал кнопочки. Кнопочки. Да, все кнопочки нажал. Что ты, мой хороший, ты пришел хур-хур-мур-мур. Хур-хур-мур-мур. Эпично пришел. Самый эпичный кот. На чем мы закончили? А, Наталья отбежала. И мистер Снайпер. Окей, мистер Снайпер, вы тоже валите оттуда. Нафиг. Вот сюда куда-нибудь. Давай, прицеливание. Хоть раз оно сработает, я уверен. А, Наталья еще что-то может сделать. Что ей делать? Ей нечего делать. Ну, Тесла чувак подбежал. Воу, снайпера зарядил. На 14 урона по броне. Вообще броню выбил. Серьезно? А эти чуваки, на которых прицеливание, решили вообще не двигаться. Круто. Снайпер еще бесполезен. Враги знают, что ты прицеливание используешь. Так, ладно. Окей, снайпер. Можешь попасть в него? Можешь. Промах. Отлично. Окей, капитан.
Капитан не мог выстрелить, потому что в него прицеливание было. А-а-а, руина. Наталья? Наташ, нам нужна помощь срочно тут. С одним снайпером. Нет, не с нашим. Нашим помощь не нужна. 37 урона. О, снайпер, нам срочно нужна помощь. Короче, валим все. Нажал его? Тыкай. И затыкали. Окей, Джексон. Смотри, какая фигня, Джексон. Ты, короче, вот сюда садись. И а капитана мы сейчас прячем за укрытие. У него все не стреляя. Окей, броню сбивает, да. Они броню хорошо сбивают. Эти Тесла, чуваки. Не спорю. Но насколько хорошо они сбивают выстрелы прямо в морду. И еще лучше. Рукопашные удары с кровотечением прямо в морду. Я предположу, что не особо. Хотя убьет ли его кровотечение? Подожди. Кровотечение 30%. Мы ударили на 20. Осталось 8. Если мы ударили на 20, у него бы осталось 13. На 23? Да. Нет. Да. На 25. На 25 мы ударили. 30% от 25. 7,5. В другую сторону округляется. А фиг его знает. Капитану надо все равно перезаряжаться, поэтому... Возможно, он хочет ножом ударить. Снайпер, ты тут чего делаешь? Медитация у него есть. От 8% попадания из револьвера Натахой. Натах попадет. Натах, может, ты попадешь? Нет. Ну что тогда, нужно рашить его и добивать капитаном? Или оно округлится вверх? Я предположу, что оно округляется нормально. Мы знаете, что мы сделаем еще? Там, кстати, может пойти во фланг. Там, правда, сплошные штурмовики. Наверное, капитан нужен здесь. О, капитан пойдет на этого Теслаборка вниз. Во-во-во-во. Сейчас я на всякий случай снайпером прицеливание использую. Так. Семь. Все-таки вниз округляется. Еее, снайпер что-то сделал. Невероятно. Он попал. Бог. Эй, капитан. Разберитесь с этим чуваком. А, ну капитана кровотечения нет. Блин. Ладно, в рукопашку его. Минус 30. Чё тут штурмовик тоже идет. А, вон снайпер вражеский. Можно его зарашить. У него 47 здоровья. Может ли наш снайпер что-то толковое сделать?
Не особо. А что Наташа может сделать? Наташа может вот такой маневр интересный сделать. Так. Теперь двойной выстрел. Так, так. Фу, хорошо. У этих осталось по одному хп. Мне бы помочь надо здесь и наверху. Что если я Джексоном? То есть я Джексон подбегу сюда. Выстрел. Бонг. Снайпером. Его везде 60%. Снайпером подбегу сюда. Попробую помочь капитану. Но он никогда не попадает, поэтому. Понял. Короче, сейчас нам ответки прилетят. Разделил я нашу команду. Он снайпера выстрелил. Он тупо пробежал мимо капитана. Читер? Снайпер, ну ты должен ему отомстить. Как так? Молодец. Ау, Фидерзейн говорит. Помедитируй. Так, а здесь прицеливание у их снайпера. Ну как его сбивать, непонятно. А, я знаю, пробежать здесь капитаном через одну клетку. Думал, сработает. Ладно. Они как-то интересно встали. Ну что, надо... Давай, Джексон, будешь приманкой. Оп. Ну, игра крашнулась. Что ж. Вот. Ну, Джексон. И тут заруинил. Я надеюсь, что сейв не полетел. Я еще надеюсь, что нас сохранило в бою, но сомневаюсь. Да. Весь бой заново. Я использовал обилку Джексона на перекат. Поэтому урок на будущее. Обилку Джексона на перекат никогда не использовать. Ни при каких обстоятельствах. Что они на Арарате делают? Ну, приехали мы сюда на отдых, такие думаем, съездим в Армению, отдохнем, природа, шашлык, все дела. Нет! Происходит вот это вот. Никакого порядка. Простые работяги. Тот же самый бой, да? Только в этот раз другая расстановка врагов. Где офицер? Я в прошлый раз так хорошо зарашил офицера. Блин. Эх. Ну ладно, будем
примерно так же делать. Хотя вообще-то рашить не обязательно. Главное убраться. Вообще, если играть тактически и разумно, то нам бы вот сюда засесть бы и просто стрелять оттуда. Где-нибудь вот тут в углу. И они будут подходить, а мы их будем расстреливать. Для справки, Арарат в Турции. Оно в игре написано в Армению. Значит, в Армению. Чего, чат? В игре 30-е годы. Может быть... Да не, надо зарашить нижний этаж. Я считаю, мы, короче, будем сейчас тупо рашить вниз. Юг. Раш на Б. Игра крашнулась не из-за того, что перед хат багнутый. Джексона ульта руинит игру. Я надеюсь, что он больше так делать не будет. А на всякий случай перекат использовать не буду. Я думаю, мы без него пройдем. Окей, Джексон. Руина ты наша, всеми любимая. Вот он, офицер. Тесла, а это штурмовик, да? В теории нам бы нужно этого товарища. И чё Джексон далеко бегает? Вообще может к офицеру притык подбежать. Полку этого мало, урона не хватит, чтобы завалить его, но... У нас есть 4 бойца, окей? Мы можем двоих зарашить, если доберемся до них. Значит, Джексон на офицера, как самый длинноногий. Выстрел. 34-46 урона. Осталось 20 хп. Наталья. Наталья маленький урон в рукопашную. Поэтому она хочет использовать спринт, подбежать к офицеру. Вот так, сзади. Сделать боинг. Можно даже двойной выстрел сделать. Теперь капитан. Капитану достаточно. Здесь удара в рукопашную просто. Без кровотечения. А снайпер займется очень важным делом. Вот этот чувак не лез тут сильно вперед. Снайпер сейчас такой здесь засядет и прицеливание сделает. О мой бог, прицеливание на одну клетку здесь сделает. Видимо. Да, прицелился так прицелился. Большой Арарат перешел в Турцию в 20-е годы 20 века, а малый в 1932. Значит, мы на малом Арарате сейчас, да? Если у нас 30-й год. А, эти чуваки решили ничего не делать, окей. Тогда Джексон. Опять рашит. Самая эффективная тактика против этих бронированных чуваков — это тупо рашить их с кровотечением. 44 урона. Крит. Ваншот. Рукопашное оружие сильнее, чем пули. Это, между прочим, все знают. Поэтому в современных войсках практически не используют больше огнестрел. Всех просто тренируют рукопашному бою и все. Мне снайпера здесь использовать. А, во, прицеливание. А вот полечить надо, вроде пока нет. И мы будем ждать, пока они сами к нам придут.
В игре жестко 930-й? Вроде да. Вроде бы в начале игры было написано, что 930-й год на дворе. Если я ничего не путаю. Как они так подбежали и стрельнули? Я читал чат. На гербе Армении... На гербе Армении изображен Арарат и Ноев ковчег. Воу. Штурмовик 3. Так, ну эти чуваки наверху вообще сидят и ничего не делают. Снайпер у меня ничего тоже не делает. Правда, я заметил, что враги боятся атаковать, когда у меня снайпер. Вот тут бы сейчас капитанам бы дать красивый выстрел. Сразу по нескольким. Чем я тут? Джексон решил вопрос. Джексон, ты там далеко бегаешь? Так себе, да? Ну, Джексона надо будет просто сейчас подвести и перезарядить. Знаете что? У меня есть идея. Парейра, капитан. А, у капитана же самый мощный ближнебойный удар. Кстати. У него 29-35 урон. То есть с кровотечением это гарантированный хил. А Наталья может вот так вот подбежать, пострелять. У нее там 58%. А, пойдет. Снайпером сначала концентрацию использовать, потом засаду. Пускай попробует подойти. Они будут скипать ходы, если не могут пройти через засаду. Реально, они практически скипают ходы. Я сначала думал, что снайпер бесполезен, а он массовое оглушение на врагов навешивает, потому что они, когда видят засаду, не знаю, как на это реагировать. Смотри. Хоп. Что за фигня? Почему они скипают ходы, Карл? Капитан, достанешь, да, этого чувака? 70%. Боньк. Джексон? Джейксон? Будьте добры. Попал. Хорош. Наташ никуда не добегает у нас, но она может, да, перезарядиться. Да, боятся снайпера, а вдруг попадет. Они ж не знают, что он никогда не попадает. А, не, их снайпер в ответку использует добилку снайпера, но они реально не ходят под прицелом. Что-то как-то теряется смысл, честно говоря, обилки. Если они просто будут сидеть и бояться. Ну ладно, ну допустим. Попробую его подстрелить, Наташ. Махнулась. Капитан? Я не хотел ход капитана тратить на эту ересь. Мистер Джексон? Будьте добры, ваш ход. Боньк. А вдруг снайпер сейчас сможет сделать килл? Что будет, если наш снайпер в последний момент попадет? А, не, не сможет. Я мискликнул. Не сможет. Забудь. Забудь его, забудь. Он сможет только в лицо получить. Окей, кому килл? Анна, хорошо, снайпер, у тебя последний шанс.
Промахнулся. Что я тебе скажу по этому поводу? Натаха, закончи миссию. Натаха не достает, да что такое? Капитан, разберись с ним. Hasta la vista, baby. Молодец. Хорошая работа, капитан. Все, миссия пройдена. Последний солдат падает на землю. И мы сделали это. Но у нас не так много времени. Громкий скрип предупреждает о другой надвигающейся опасности. Чудовищная конструкция не пережила битву без повреждений. Legendary снайперская винтовка. О, мой бог. А, вот это, наверное, для снайпера бы хорошо подошла. Пригодилось бы чуть пораньше. Легендарка 3-го уровня. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая жесть. Бежим, все рушится. И чего? Снайпер будет легендарно мазать. Все попадало. Мы добрались джип. До джипа у нас появляется время перевести дух. The artifact should be buried forever under tons of rock. Your only consolation? Типа, все, мы погребли артефакт Божий гнев под тоннами камня. Они не смогут до него добраться. Все, что ли? Все! А вот можно сложность выкручивать, смотри. После того, как миссию прошел, ты можешь выкручивать уровень сложности. И увеличение уровня сложности увеличивает уровень находимых вещей. Это фарм. Тут еще он масштаб боев можно покрутить. Количество врагов будет. Сделать минус 2. Уменьшить количество топлива. Все, я понял. Не, игра не закончена. Здесь получается 1, 2, 3. Еще 3 миссии. Типа у этих миссий уже сложность увеличивается. Последнего там вон 5 черепов сложность, да? То, что мы только что проходило, было 2 сложности. Нам оставляют всю нашу, да, какая-то ночь черного фараона. Ну и да, и все наши вещи, по идее, остались. Угу. Прошли миссию. И чего? Окей. Давайте я буду честен. Все. Resident Sleeper. За Resident Sleeper из чат. Ну. Очень бодренькая игра начиналась. Что-то интересное. Я думал там. А блин. Не, мы не будем дальше проходить. Все. Миссии такие долгие. И вообще ничего не произошло за эту миссию. Интересно, но долго. Ну блин, интересно. Че квест-то? Окей, иди ищи этот гнев божий. Мы, короче, 4 часа шли к этому гневу божьему. Дошли этот гнев божий. Его завалило камнями. Ну ё-моё. А где хоть какая-то инфа, хоть какой-то финал, хоть чего-то? Где, вы видели эту сюжетку? Мы по пустыне, блин, 4 часа шарились, тех немцев, блин, долбили как могли. И что нам в итоге?
Ну ты нашли гнев божий, короче. Камни упали и все завалило. Барлок, где рыба? Рыба в аквариуме. Вот рыба. Вот рыба, чат.